Ну вот, Маша попробовала и воздушный, и греческий. Сейчас она нам скажет, какой из них лучше. Какой пирожный лучше? Как оно называется? Воздушный. Воздушный лучше, чем греческий. Почему? Потому что на нем вишенка. А, по внешнему виду? А по вкусу как? Очень вкусно. Вкуснее, чем греческий, да? А это что, рыбки, да, вот? А это какая рыбка, интересно. О, здесь еще большие есть рыбки. Да, и вот этот маленький. И там, и тот тоже. Эти две большие какие. Вот. А вон там маленькая, да, вот. Малек еще есть. И вон там маленькая. Прям как океанариум целый. А какое из трех платьев понравилось? Первое, второе или третье? Второе. Второе.